Добро пожаловать на новую работу в зоопарк! Посмотрите, сколько здесь красивых и редких животных, каждая из которых имеет особый рацион питания. Вашей задачей будет накормить их. Правила очень простые. Откройте карту животного и постарайтесь найти корм для него быстрее других. Но помните, что открыть можно только два своих жетона за раз. Если нашли нужную еду, кричите «Кормлю!» и забирайте карту себе. Если не получилось, нужно пробовать снова. Тот, кто первым накормит четверых животных, побеждает. Победитель раунда должен замешать со своими жетонами пустышки, ведь он уже потратил часть еды. Теперь ему будет немного сложнее, но еще интереснее. Веселье можно усилить, выпустив из клетки какаду. Настольная игра «Зоопарк». В сети магазинов «Мосигра».